Весенний розыгрыш Амалиги. Если кто забыл, это Сока. Яркий футбол 6-6. Старт через 2 дня. Команды оформляют последние трансферы. Один из самых громких переходов провернул «Авангард» ТВПМР. За команду первого Приднестровского будет выступать Александр Попович. Попович 3 раза выигрывал Кубок Молдавии по футболу. Играл в Германии, Южной Корее, России, Узбекистане. Еще пополнение в команде телевизионщиков. Чех, Терлецкий, Степанов и Тома. Все они сыграют по новому регламенту Амалиги. В весеннем сезоне формат чемпионата немного изменился. Мы, можно сказать, соединили осенние и весенние чемпионаты, потому что они взаимосвязаны. Одним большим гранд-финалом, возможным гранд-финалом, который определит не только лучшую команду Амалиги последних 2 сезонов, но и представителя Молдавии на чемпионате мира по соке. Чемпионат мира по соке пройдет в Германии. И «Авангард» ТВПМР может стать базовым клубом сборной. Нужно выиграть весенний розыгрыш, а потом гранд-финал против «Виктории». В самом чемпионате будет 6 команд. Каждый с каждым сыграет по 2 раза. Первый тур Амалиги пройдет 16 марта. Игровой день начнется с матча чемпиона прошлого сезона «Виктории» и новичка турнира «Молдова-Трансгаза». Потом «Авангард» ТВПМР сыграет против «Кишиневской Вольты», одного из фаворитов турнира. И этот матч первый Приднестровский покажет в пятницу вечером в записи сразу после вопроса дня. Еще лучше увидеть все на стадионе «Лайзвор» в Кишиневе в четверг в 19:45.